В соответствии с планом противодействия коррупции на территории городского округа Сухой Лог, в администрации городского округа организована работа телефона доверия. Коррупция – термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей связей в целях извлечения личной выгоды, противоречащей законодательству и моральным установкам. Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их продажность. Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству, совершаемому должностным лицом, и относятся к категории преступлений. Главным стимулом коррупции является возможность получения незаработанных, легких, причем немалых денег. Коррупция – уголовно наказуемое деяние, но это не пугает тех, кто жаждет больших денег. Государство борется с коррупцией, но без помощи общества эффект достигается не всегда. В этом случае информационный голос граждан на территории может сыграть решающую роль. Каждый сухоложец, обладающий какими-либо сведениями, может дать обоснованную информацию о фактах коррупции среди муниципальных служащих. Ее можно сообщить с 8 до 17 часов по телефону доверия 4-45-16, а также направить свои обращения через электронную приемную на сайт, который вы видите на нашем экране. Консультацию можно получить в кабинетах 111 и 206 в администрации городского округа.